Привет, друзья! Вы на канале Funny Annie. На днях в Инстаграме появилось первое видео распаковки новой серии LOL Surprise Under Wraps. И мы увидели, как на самом деле выглядит необычная капсула и познакомились с новыми куколками из листа коллекционера. Внутри капсулы спрятана куколка в силиконовой обертке, как будто мумия. Эти мумии будут разных цветов. И сами капсулы будут разных цветов. Редкие куколки поселятся в золотых капсулах. Сверху капсулы есть специальные кнопки с символами, комбинируя которые открываются отсеки с одеждой, обувью, аксессуарами и прозрачный отсек с самой куколкой. Своего рода сейф. Внутри капсулы также находится лупа-декодер, лист коллекционера, секретное сообщение и секретное письмо. Вот так привычные пакетики заменили на силиконовую мумию и отсеки в капсуле. Теперь, чтобы открыть все сюрпризы, нужно подбирать код. Это же серия шпионов. Встречаем новых куколок, которые, кстати, приобретут новое умение. Вода теперь будет литься из ушей. Редкая куколка Блин-Квин из глиттерного блестящего клуба. Ждем еще трех куколок из этого клуба. Если смотреть лист коллекционера младших сестренок, то появятся еще две девочки. А вот третьим вполне может стать мальчик. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Клуб противоположностей подарит нам двух девчонок. Но вот каких, мы пока не знаем. As if Baby и The Great Baby из гламурного клуба. The Great Baby очень похожа на Show Baby. Прям сестренки. Да и клуб у них один. По второй волне ждем двух куколок, одна из которых, возможно, будет девочкой. Но в этом клубе подсказка из Little Sisters может не сработать, так как во второй волне малышек, возможно, появится младшая сестренка куколки Leading Baby из первой серии. Как вы думаете, кого нам приготовил Glam Club? Напишите в комментариях. Big City BB из Chill Out Club. Во второй волне ждем еще двух куколок. Старшую сестренку Lil Babe in the Woods и еще одну девочку. Kansas QT из Storybook Club. Во второй волне появятся старшие сестренки Lil Tits и Lil Goody. А также еще одна девочка. Атлетический клуб нам подарит двух девочек. В первой волне Drag Race и Katy Cutie. И ура! Во второй волне будет мальчик. Ждем его с нетерпением. Soul Babe из ретро-клуба. Ждем старшую сестренку Lil Boogie Babe. И еще одну девчонку. Девочка из 80-х. 80s BB из нового поп-клуба. Ждем старшую сестренку Lil Fierce. И еще двух девчонок. Очень редкая куколка Pop Heart из нового клуба искусств. Во второй волне ждем старшую сестренку Lil Shapes и еще двух девочек. Еще один новый Spooky Club нам подарит двух куколок. Графиня Вампир и Трилла. Здесь ждем еще мальчика и девочку. Как видим, новая серия Under Ups подарит нам двух мальчиков из атлетического клуба и Spooky Club, чтобы панк-бою не было скучно среди девчонок. Также могут быть мальчики в клубах The Glitterati и Glam Club. Если вы тоже ждете новых мальчишек, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Всем спасибо и до новых встреч!